Магазин Remix представляет вам видеообзор новой подушки от компании Chanaduk, самонадувающейся. Она двухсторонняя, это задняя часть, нижняя точнее. Это рабочая поверхность, верхняя. А в комплекте идет чехол, идет вот такая резинка. Вот так он выглядит в собранном виде. На обратной стороне есть клапан. Он немножко, точнее он совершенно нового образца. Тут есть кнопочка, вот если я сейчас нажму на нее, вы услышите звук. Видите, он начинает спускаться. Если вы еще раз нажмете, то клапан закроется, просто надо будет поддуть, либо он сейчас сам расправится, но это будет гораздо медленнее, нежели если бы я это сделал ртом. По качеству, конечно, не отличается, это вот предыдущая версия, она более простая, не такая плотная, на эту приятнее ложится, чем на эту. Тоже имеет двухстороннюю систему. Вот клапан просто открывается, никак не фиксируется. Вот видите, все. То есть вот обычное состояние. Вот. Размеры, все параметры будут указаны в описании. Ссылка на объявление с ценами тоже. Хорошего дня всем!